здесь же все идет этот уровень же. Mm-hmm. Для того, чтобы он тоже ровно стоял. Я же не буду стрелять, когда у меня будет влево ушел. Все должно быть вот так вот. Лук является одним из древнейших видов оружия. Наши предки использовали его для охоты или защиты от врагов. С изобретением огнестрельного оружия стрельба из лука перешла в категорию спортивных дисциплин. Сегодня она имеет статус олимпийского вида спорта. А это Виктор Глазков, мастер спорта по стрельбе из лука. Он занимается данным видом спорта уже 6-й год. Недавно Виктор вернулся с Кубка России среди людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Орле, где в командных состязаниях занял 3-е место. Буквально через несколько дней в том же городе он завоевал 2-е место на чемпионате России. Несмотря на высокие награды, мужчина считает, что ему еще многому нужно научиться, а ежедневные тренировки и упорный труд – обязательные составляющие успеха. Чем больше тренируешься, тем лучше результат в любом случае, как бы так вот, как бы исправлять те ошибки, которые появились, их незаметно, они как бы приходят. Вот, и чем больше работаешь, тем лучше. Ты забываешь то, что было, надо работать дальше, достигаться результатов выше и выше. Со стороны может показаться, что стрельба из лука – дело незамысловатое. Вставляешь стрелу, натягиваешь тетиву, стреляешь. Но это совсем не так. Сам процесс довольно непростой. Здесь нужна сноровка и концентрация. Виктор тренируется дважды в день – утром и вечером. Мест в Щелкове для занятий несколько. Это и физкультурно-оздоровительный комплекс на Дальнем Воронке, и школа Олимпийского резерва, а также центр «Спартанец». Зимой тренировки происходят в помещении, а летом исключительно на улице. Виктор рассказывает, иногда приходилось соревноваться в дождь, но для профессионала плохая погода не помеха. Настраиваешься как бы в таком плане, что тут стрельнул, положил, пакетиком закрыл, чтобы, потому что когда стрелы вытаскивают, чтобы не залило тебе там, ну, вот эти скобы. Вот все такое. Потом дальше опять все там, ну, летняя дистанция, стреляешь, так будет порыв сильного ветра, надо тоже вот учиться стрелять в ветер. Благодаря занятиям по стрельбе из лука наш герой много путешествует как по России, так и по всему миру. Недавно Виктор тренировался на острове Сахалин, а в 2019 году участвовал в мировом чемпионате по стрельбе из лука и побывал в Италии и Голландии. Спортсмен уверен, его главные победы и достижения еще впереди. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.